Да, бриллиантики. Сила слова, именно сила и слово. Вы знаете, настолько люди не умеют выражать слова, настолько вот они не приучены выражать слова, насколько они не понимают, что слова их являются силой, что человек говорит, то он и имеет. Вот сегодня с утра работаю с человеком, пришел мужчина и говорит: «Послушайте меня». Я говорю: «Слушаю». И вот он мне говорит, одно и то же, минут 10, наверное: «Вы должны меня послушать». Я слушаю, слушаю внимательно вас. Не, ну вы слушаете меня. Я говорю: «Слушаю, слушаю. Что вы хотите сказать? Вы должны меня послушать». Я говорю: «Слушаю». И вот в какой-то момент я ему говорю: «Давай так, что ты хочешь мне сказать?» Он говорит: «Я хочу, чтобы вы меня выслушали». Я говорю: «Так а чем я занимаюсь? Я уже 15 минут тебя выслушиваю. Ты можешь более конструктивно, более эффективно использовать мое время. Какой у тебя запрос?» И тут мы понимаем, что он ищет от меня понимания, потому что его жена его не понимает. И я думаю: ну, так неудивительно, что тебя твоя жена не понимает, потому что ты выразить слова не можешь, не можешь выразить суть того, что ты хочешь выразить. Я ему говорю: тебе надо на курс ораторского искусства. Он возмущается и говорит: я не хочу быть оратором. Я говорю: тебе нужно научиться в первую очередь выражать главную мысль. Поэтому на курсе ораторского искусства тебя этому научат. Выражать суть. И тогда ты начнешь понимать жену. Он говорит: так мне же не оратором с ней надо быть. Я говорю: да, дорогой, все правильно. Но суть в том, что твои слова не несут силу. Твои слова размыты. Поэтому, друзья, не ищите понимания. Я вам сейчас дам одну фишку, вот лайфхак от меня, человека, который 30 лет работает с людьми, который вам сейчас скажет вот прямо слово сердца. И это слово обладает колоссальнейшим, колоссальнейшим могуществом. Не ищите понимания от других людей. Когда вы листаете ТикТок, вы что ищете? Вы ищете единомышленника. О, этот человек говорит точно так же, как я. Значит, о, я понимаю. Знаете, ты меня уважаешь, уважаю, как алкоголики. Ищите решения своим проблемам. Прямо сейчас скажите: моя задача найти решение, а не понимание у других людей. Потому что такое понимание? Вы будете искать таких же, как и вы. То есть, если вы неудачник, вы будете искать таких же неудачников и говорить: а, ну вот, я нашел союзника себе, он такой же неудачник, и поэтому я неудачник, и поэтому весь мир неудачник. Если вы начнете искать решение, и прямо говорить: сегодня время моего решения, сегодня я нахожу уже решение, тогда это все быстро.